Привет! Хэллоуин на носу, у меня новый логотипчик на Хэллоуин, и я рисую сегодня летучую мышь. Рисуй со мной, это очень просто. А пока я рисую, я расскажу тебе про конкурс, который проходит в Инстаграм «Рыбакитпапа рисует». Его легко найти и участвовать вместе со мной. Тебе нужно нарисовать какую-нибудь картину на Хэллоуин. Какую-то страшную или добрую, веселую, неважно какую. Но самое главное, чтобы она была про Хэллоуин, про что-то такое, например, про тыкву или про кладбище, или про летучих мышей, вот как я сейчас рисую летучую мышь. Сделай пост в своем Инстаграм с мамой, папой, напиши «рыба-кит-тыква» и обязательно выиграешь главный приз – масляную пастель, которую я буду выбирать. 31 октября я сяду, выберу и зову тебя участвовать со мной. Прям это очень легко будет, просто нарисовать. Вот я пока что нарисовал основу. Это круг, тело, два крыла и два уха. А теперь я возьму белый мелок и покрашу уши вот так вот белым, а потом опять фиолетовым. И получается они очень-очень светлые. А крылья я хочу сделать совсем не фиолетовым, хотя может быть и фиолетовым. Нет, я хочу крылья сделать совсем не фиолетовым, а я хочу их сделать розовым. Вот здесь я покрашу фиолетовым, смешаю с белым. Так, все это перемешаю. И потом я даже могу вот так вот пальцами это сделать. Вот так вот пальцами. Это очень прикольные мелки. Они называются гелевые мелки. И очень прикольно ими рисовать. Можно рисовать вот так вот, совсем не испачкаться. А можно немножечко попачкаться. И тогда у тебя тоже прикольно получается. И все ты можешь вот так размазать. Теперь я беру розовый, как я обещал. И рисую такие вот штуки. Раз, два, три. Они очень яркие. Розовый, самый яркий розовый, который я видел на свете. Очень яркий и очень мягкий. Здесь добавлю немножко розового. Здесь добавлю немножко розового в мою красавицу. Летучую мышь здесь нарисуем. Два глазика. Улыбочку. И вот так она выглядит. Что я еще хочу сделать? Я хочу сделать блики. И, наверное, все. Вот такой рисуночек, очень простой, на Хэллоуин я нарисовал сегодня. Я зову тебя, участвуй со мной в конкурсе «Рыба-кит-тыква». Обязательно выиграешь масляную пастель. А если не выиграешь, то тебе появится хотя бы возможность поделиться своими работами с ребятами. Ты увидишь, как другие рисуют, и получишь большой лайк от меня. Я обязательно отвечу тебе, если ты мне что-то напишешь в Инстаграм. Вот такой рисуночек. Спасибо, рисуй, это просто и очень здорово. Пока!